Приветище! Сегодня у нас игруха под названием True Hate, что в переводе означает «настоящий беспредел» или «настоящая ненависть». Мне написал разработчик этой игры и говорит: «Игруха выходит 2 октября, но вот тебе есть возможность поиграть пораньше, попробуй зацени. Игруха нарисована от руки и должно быть кайфовенько тебе». Я, конечно, не очень люблю такие игрухи, потому что я не люблю потеть, я не люблю страдать. Но мне понравилась рисовка, и я думаю, дай-ка я взгляну. И вот мы сегодня с тобой на нее посмотрим. Короче, здесь у нас выбор жизни. Одна жизнь, 5 жизней, 10 жизней. Ну давай 5, пятерочку возьмем. Посмотрим, что с нами будет. Музыка приятная. Надеюсь, она не палевная. Если она палевная, то видос придется удалить. Что не на руку разработчику. Это, видимо, моя квартирочка, как у Хоббита. Кажется, я выглядываю со своей квартирки. Ух, какой я лохматый-то! Меня загипнотизировал вот этот слизнюк на светящемся грибу. И я его сожрал. На кой черт я его съел? Ночью причем. Ночью жрать нельзя, потолстеешь. Вай, как прикольненько! Да, скриншоты — это, конечно, не то. Атмосфера игры познается тогда, когда ты в нее играешь. И рисовка прикольная. Короче, мы вот этот вот здоровенный бугай. Умеем только ходить. Прыгать мы не умеем. Да, почесали. Походу, мы пошли искать жрать. Какого ли? Я только играть начал. Unable to start game. Типа, игру не удалось запустить. Ну, а, это в игре! Вот и начался хейт. Вот так вот игра относится к игроку. Я почувствовал. Что дальше? Курсор тянется, чтобы закрыть окошечко. Но пролетает мимо. Да, игруха агрессивно настроена к игроку. То бишь ко мне сейчас. Бедный волосатый чувачок, который хотел ночью пожрать, расстроился. А, ему курсор в лобешник прилетел. Вот нефиг жрать по ночам. Походу, курсор убил лохмача? Нет, он же такой прикольный был. Давай, курсор. Возроди его. А, о, курсор прозрел. То есть, подожди. Может быть, душа лохмача принеслась в курсор? Или что? Или как? Теперь мы играем за курсор. Найдите ошибку. Блин, прикольно, мне даже за курсорчик больше нравится играть, потому что он такой маленький, проворненький. Ладненько, почесали. Искать ошибочку. Тут перепрыгнули. ЛЗ вверх, ЛЗ вниз. Я могу прыгнуть на слизнюка здорового? Не, не могу. А что такое ЛЗ? ЛЗ. Может, это курок? Нет, не курок. Блин, я далекий человек от геймпадной игры, я очень редко играю на геймпаде. ЛЗ плюс А. А, ЛЗ... О, ЛЗ это, короче, все, я понял. ЛЗ это, короче, стиком вниз и плюс А надо нажать, чтобы спрыгнуть. Все, я въехал. А вот и первая часть ошибки, ништяк. Я в нее влетел. Подожди. Вот эта вот штука сворачивания окна, ошибки, она переносит нас, что ли? Типа телепортирует? Ух, ладно. Разберемся. Ё-ёкарный, ты видал? Хейт-то уже пошел. Началось. Так, я понял. Короче, мы сейчас сделаем вот так вот. Ага. Потом летим сюда. Тут у нас ничего не отвалится? Да. Ай-яй-яй. Я прям как чувствовал. Я вижу игру наперед. Я знал, что так будет. Но почему-то похерился. Так. А здесь не получилось. Тут еще дерево мешает. Это неудобняк получается какой-то. Короче, тут проще всего прыгать наперед, вот так вот. Вот это теперь назад. Хитро, хитро. Тут ничего не сломается, надеюсь? Слава богу. Твою ж налево, 2 жизни осталось из 5. И все с самого начала. Вот это боль! Что ж, ну мне в принципе так и говорили, что игра будет тебя карать еще раз. Ну ништяк, чё. Походу, сейчас сначала придется начинать. Рукожоп, рукожоп. Можешь написать мне это в комментариях, я и так это знаю. Хотя нет, я сейчас возьму и пройду. Вот смотри. Видал?
А тут вот надо перепрыгнуть как-то. Я даже не знаю, как так перепрыгнуть. Вот так вот надо было. Они переместились! Щавельный дождь. Ага, и игра нам сразу такая подкидывает. А можете побольше жизни взять? Ты же такой лошара. Дайте мне 10 жизней. Ну что ж, ладно, давай попробуем с десяточкой. Надеюсь, удача нам улыбнется. Я только сказал, удача нам улыбнется. Ну что это такое? Мои потные ручки уже скользят по геймпаду. А этот курсор не хочет слушаться меня. Оп-оп-оп, спокойненько, спокойненько. Почему двойной прыжок не сработал? Там что, потолок, что ли? Я чувствую, что пукан мой будет гореть. Покрепче и посильнее, чем адское пекло. Ты посмотри, оно не сразу срабатывает, оно не сразу отваливается, не так, как раньше. Ловушки что, обучаются, что ли? Они на искусственном интеллекте или что? Вот как это называется? Ладно, я не матерюсь. Я интеллигентнейший игрок. Вот так вот, все спокойненько, не кипишуй. Все будет хорошо, пукан не бомбанет. Вот тут вот как нам быть? Вот что нам здесь делать? Я даже не знаю. О, вот как обхитрил систему. Я боюсь представить, что будет дальше. Какая-то ошибка пробежала у меня. Энергия забираем. А для чего она? Непонятно. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лазер какой. Хорошо, что я туда не спрыгнул. И как мне быть? У меня никаких способностей нет, зацепиться я ни за что не могу. Блин, и все сначала. Жизнь боль, нет, точнее, игра боль. Жизнь страдания, да пщавельный ты борщ. Тортика мне принесите, я пожую его, пожалуйста. Да, сегодня будет сострадание. Сострадание чего, кого, не знаю. Короче, сегодня будет больно. Но мы прорвемся. Я думал, сейчас на шипы упаду. Так, хорошо. Бежим пока. Что нам здесь делать нужно? Нам, скорее всего, нужно упасть вот сюда. А? Я забыл про это, да. Я забыл. Я чувствую, как бесы вылазят из меня. Они прям говорят, давай, расфигачь свой геймпад. Вот поэтому я ненавижу играть в такие игры. Но, учитывая рисовку и дружелюбную атмосферу здесь... Это сарказм был. Вот почему так это случилось? Две жизни, 10 жизней просрать на первом уровне. Первый уровень обычно это самые легкие уровни. А я здесь... Ну, короче, это знаешь из-за чего? Это из-за того, что я болтаю. Вот если бы я не болтал, я сосредоточился бы на игре, и все было бы чики-пуки. Ну вот... Давай! Я вот до последнего думаю... Ладно, пошли. Пошли. Сейчас я покажу профессионализм. На одной жизни 10 жизнями может каждый. А вот с одной. Только я смогу. Главное здесь не профаниться. Дайте мне 30 жизней. Игруха засасывает меня. Я хочу пройти первый уровень хотя бы. Дайте мне это сделать. Весь прикол, когда ты выбираешь больше жизней, тебе приходится играть заново. Если ты думаешь, что это так просто, ссылочка останется в описании, и 2 октября эта игра выйдет, и ты сам попробуешь свои силы. Но я уверяю тебе, что это не так-то просто, как кажется. Смотреть прохождение игр это довольно легко, а вот самому проходить это, конечно... Так, лазера пока нету, он там. Я лечу сюда. Вот видал? Я думал, лазер сейчас переключится, а он нифига не переключился. Переключился. Я уже заговариваться начал. Настолько я зол. Потные ручки, потные пятки. Ну, кстати, вот сейчас я уже начинаю привыкать. Да. С 30-то жизнями, чё бы нет. Чё бы не пройти, да? Вообще в легкую. Так, он сейчас должен отключиться. Я должен перепрыгнуть. Вот сейчас. Давай! Есть ништяк. Ждем, пока этот лазер исчезнет. Теперь наверх. А он сейчас такой хоба и сверху снова. Нет! Зачем я это сделал? Я просто ожидаю подставы. Я не представляю, что тут может произойти. Тут постоянно что-то меняется. То есть вот ты думаешь, что тут... Ага, тут вот так вот будет, а? А игрок такая тебе говорит, не-а, я вот так вот хочу. И ты такой... Так, мы снова у лазеров. Попытаем свое счастье. Сейчас он снизу посветит. Хорошо, что тут хоть промежуток есть небольшой между переключениями лазеров.
Снова прыгаем. Давай, лазер. Жги. Ну, слушай, у нас хоть какой-то прогресс. Для этого мне понадобилось потратить одну плюс 10, 11 жизней, плюс еще 3. 14 жизней. И вот сейчас на 15-й мы вроде бы как держимся. И там, смотри, льдинка вот эта летающая, она с иголками. Оп, мы выбрались, слава богу. Здравствуй, здравствуй, слизнюк. Так, надо глядеть в оба. О, все, наконец, мы первый уровень. И там выпала энергия. Я не могу с этой игрухи, просто вообще. Не могла ли она выпасть пораньше? Перед тем, как я запрыгнул. Ладно, Настя... Забыл. Побежал и это. Так, а как нам тут быть? А как нам тут быть-то? Нам, походу, в другую сторону, да? Ой, там ножницы. Так. Короче, ждем, пока ножницы опустятся. Так. Потом... Сюда. О! Получилось! Первый раз. Телепортируемся сюда. Огонек! Ой, что-то я сыкнул немножечко. Я думал, что огонек меня сейчас пробьет. Где этот огонек? Вон он летит. Сюда. Да шиш, мартыш! В этой игре нельзя торопиться. Если ты будешь торопиться, то ты будешь гореть в аду. Да что ж такое-то, я уже, походу, горю. Горю! 23 жизни осталось из 20, из 30. Из 30 жизнек. Я не могу тебе передать всю боль. И голос этого не может передать. Но я хочу, чтобы ты это почувствовал. Поэтому сыграй в эту игру, а? Мы снова здесь. Телепортнулись. Надо тут действовать очень быстро. Оп. Вроде бы все грамотно. Телепорт! Прикинул меня сюда. Паучок. Он нас не тронул. Ой-ой-ой, вот это я не понимаю, что там. А, там шипы внизу. И как быть? И как быть? Как быть-то? Как сюда? Западня какая-то. Блин, до меня дошло. Дошло. Смотри, короче, мы смотрим, когда фаерболчик выпустится. Так, бежим. Не, ну он сейчас опять полетит, наверное. Опять полетел, вот сейчас выстрелил. Падаем. И вот, а тут стенка. Я думал перепрыгнуть вон в тот телепорт, который справа. Ну и что ты думаешь, что тут нужно сделать? Здесь ничего не надо делать. Короче, возвращаемся обратно. Прыгаем сюда, давай. Хобачки. Короче, телепорт был спрятан вот тут вот наверху. Да, это дьявольский смех. Рано я обрадовался. Рано. Попыточки номер 2. Так, вот здесь мы. Платформа эта передвигается. Нам нужно это сделать вот сейчас. Тут еще и фаербол. Это прикол. Так, прыгаем. Наконец-то, уровень 2 пройден. Аллилуйя. Третий уровень. Что нас тут ждет? Тайничков тут никаких нету. Там типа энергии или еще что. Так, лазер. Я понял. Ждем, пока он отключится. И бежим. И бежим. Хопа. Он сейчас должен включиться уже. Прыгаем. Хорошо, что мы прыгнули на светящуюся эту штуку, а может быть и нехорошо. Ой. Вон оно что. Все, я понял. Короче, пока мы поднимаемся, нужно запрыгнуть там на небольшой участочек. Сейчас я тебе покажу, объясню, что да как. Хопа. Сейчас нам нужно запрыгнуть вон туда, где крестик. Оп. Потом нужно успеть... А вот как вот я туда запрыгну-то обратно? Да, вот это надо быть акробатом. Ладно, попробуем еще разочек. Сейчас вот он... Есть, получилось. А, шипы! Какого? Может, мне не наверх надо? Да, наверное, не наверх. Хорошо. Значит, нам нужно просто пойти направо. Как мы спрыгнем с платформы? Спрыгнули. А, ну да, точно, направо. Сюда. Карточка. Пробежал. А, это ошибка карточки. Какая карточка? Ошибочка. Здесь допрыгнули. И сюда. Вот сюда. Так, наверх никак. Какие там букашки ползают. Значит, теперь на платформу. И сверху не заметил. Радует, знаешь что? То, что когда ты начинаешь новый... забыл. Начинаешь новый уровень, тебе дают заново 30 жизней. И это очень хорошо. Потому что в прошлый раз я похерил очень много жизней. А давай посмотрим, сколько. Подожди. 47 жизней я просрал.
чтобы я смог дойти до третьего уровня. Как тебе такое, Илон Маск? Да, Илон Маск же обожает игры. Я думаю, ему бы зашла эта игруха. Ай-яй-яй, тихо, аккуратненько. Ой-ой-ой-ой. Подожди, то есть у тебя потолок, я тоже могу убиться, да? Ну вот, мы снова здесь. Я аккуратненько запрыгиваю на платформу. Оп. Сюда. Нас поднимает. Пока все хорошо. Такая дружелюбная музыка, я просто с ней обалдю. Ага, сейчас размечтались. Вон туда можно запрыгнуть, там телепорт, скорее всего, или что там? Точно, телепорт. Телепорт. А там, вон, видишь, кнопочка сворачивания, то есть я могу в нее запрыгнуть, но почему-то не могу. А что здесь? А вот и ошибка, мы ее нашли. Эй, ты, я тебя нашел. Жвать твою бумагу. Ты думаешь, это ты меня нашел? Это я тебя нашел, чтобы сожрать. Типа, крестик нужно нажать мне, и тогда все это закончится. Кошмар тут весь. Ты не сможешь нажать на крестик на мне. Смогу! Я уже лечу. Так, давай, курсорчик. Я верю в тебя. Он летит, и уже вот-вот-вот буквально какие-то сантиметрики. И что происходит? Ошибка убегает, и курсор промахивается. Падает куда-то в бездну. Хотя там камни. Ты оказался хитрее. И все. Таким образом, курсор упал на дно. На днище днищенское. О, я получил достижение. Across the forest. То есть курсор в лесу. Так. Ну, погнали. Спокойненько. Ай, ой, ай, ой, ай. Главное не проткнуть свой курсор. Как тут цветасто там? И в какую сторону? Ну сюда мне точно не надо, бежим! Зачем я сюда пошел? Как быть? Как быть? Вы будете... Зачем я туда пошел, а? Кто меня туда попросил идти вообще? Ладно. Спрыгиваем аккуратненько. Перепрыгиваем. И бежим. Бежим, 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 бежим. Тут мы опускаемся. Ну тут пока все просто. Все было элементарно. Ну вот какого лысого ежа я туда попёрся? Вот так вот. Можно пригнуться. Бежим сюда. Теперь сюда. Все же хорошо. Все спокойненько. Не нервничаем. Мне кажется, ли они уже становятся, вот эти вот иголочки. Так, надеюсь, на полу там ничего нету. Опускаемся ниже, ниже, ниже. Мне надо спрыгнуть здесь, наверное, да? Теперь я жду новую платформу. Вот она. Она более шустрая. Ай-яй-яй. Я думал, она сейчас в лаву пойдет какую-нибудь. Ой, подставы на подставах. Такую подставную игру я еще не видел. Но это прикольно, это прикольно. Конечно, попотеть нужно немножечко. Учитывая, что ты проходишь игру в первый раз, ты не знаешь, что тебя ждет, и это очень необыкновенно. Прям снизу живота что-то там подъёкивает, типа. Эй, тебя только что накололи, а ты же хотел тут пройти и не смог. Хо-хо-хо. Типа над тобой стебутся. А ты всем доказываешь, что я все равно смогу, и проходишь эти уровни. Это так круто. Значит, вначале слева. Я здесь стою. Потом справа. Потом снова слева, наверное. Потом справа. Потом слева. А потом справа, а потом еще раз справа. Какой... Да, точно, я так и знал. Фух. Я так и знал. Тут надо быть очень аккуратным. Что-то сейчас выскочит из лавы там какой-нибудь... Какой-нибудь пузыречек. Ничего? Серьезно, ничего? Я ожидал, что здесь что-нибудь... Что здесь что-нибудь произойдет. А тут ни шиша не было. Ну хорошо. Вот так, тут надо быть очень аккуратным. Очень аккуратным. Фух. Телепортик. Здорово. Энергия. Я тебя поймаю, энергия. Есть, я ее взял. И со мной ничего не случилось. Это хорошо. Так. Смотри, мы можем вниз спуститься, а можем пойти налево. Я вот не знаю, налево стоит ли ходить. Мы здесь были. Давай пойдем в эту сторону. Точно, я понял. Я понял. Смотри. Там все должно было... Да, проехало. Теперь бежим влево. Вот и все. Вот и все. Прыгаем сюда.
И мы прошли этот уровень. По большому счету, мы могли не проходить прошлый уровень, а просто пойти налево, прыгнуть на пузырь и побежать снова налево. И все. Да уж. Так, могу прыгнуть сюда. Ух ты. 2, 3, 1, 4, 5. 2, 3. Наверное, это сюда. Нет, 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 не сюда. Там же вон подсказки написано, типа первый. Все, тут ясно. Тут все просто. Так, смотри. Первый лазер мы проезжаем здесь. Угу. Летим, поднимаемся. Второй лазер вот здесь. Третий тоже здесь надо будет, хотя что-то как-то... Да. Второй, третий тоже здесь. А четвертый, пятый там. Все, можно перепрыгивать. Вот так вот. Пока все логично и понятно. А может быть... Ха, смотри, хорошо, что я тут спрыгнул. Ты видал, что там? Там с двух сторон лазер. Теперь вот делаем вот так вот. Ну и что, попыточка номер, я не знаю, какая, шестая получается. Прыгаем вот так вот. О, получилось. Наконец-то. Пятую мы пролетели. А, шипы. Встаем посередине. Встаем посередине. Аккуратненько. Сверху тоже шипы. А мне куда-то слезть нужно было. А, здесь не... Вот это обманочка, да? Здесь нет шипов. Так. Сейчас размочу свой геймпад. Что ж такое-то, а? Мне придется сегодня попить валерьяночек. Валерьяночки, а то из меня сегодня бес выйдет. А то я уже чувствую, что какие-то странные подозрительные звуки из меня вылазят. Вот он, момент истины. Сейчас мы попробуем это все сделать как в прошлый раз. Есть. Запрыгиваем сюда. Налево не идем. Налево который раз я убеждаюсь, что ходить здесь лучше не надо. Потому что там подстерегает нас опасности. Пойдем в этот раз направо. Вот сюда. Здравствуйте, бабочки. Как здорово, как прекрасно. Я уверен, что сейчас кто-нибудь надерет мне зад. Или что-нибудь. Прыгаем сюда. Спокойненько. Спокойненько. Оп. О, как... А, да, я прям вот за... Да. Это было близко. Слушай, все, 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 хватит с меня на сегодня. У меня нервная система пошатнулась. Фу. Я даже не знаю, буду ли я снимать продолжение этой игры. Все зависит только от тебя. Ставь, короче, лайки. Если будет много лайков, то продолжение будет. Ну и, конечно же, не забывай подписываться, чтобы следить за другими играми. А на этом все. Пока. Увидимся в следующем видео.